Станислав Лем. Мы начали уже разговор об этом писателе. Я достаточно коротко, не впадая в подробности, рассказал его биографию. И, в общем-то, не это хотел сделать темой своих бесед. Биография нужна, чтобы наметить какую-то канву. Будем считать, что канва у нас есть. Больше того, начиная свой разговор о Станиславе Леме, я начал сразу, мол, философ. И даже там привел цитату о том, что многие его прозрения, взгляды на будущее, на развитие технологий, чему Лем посвятил очень-очень много энергии, внимания, написал достаточно много на эту тему, что многие эти прозрения оказались не просто утопиями, и даже не только гипотезами. Гипотеза – это все-таки предположение, да? А вещами сегодня доказанными. И многие из этих вещей, из его предположений сегодня стали уже, ну, чем-то, даже я бы сказал, заурядным, просто об этом рассуждают ученые, как вот воспользоваться тем или иным его постулатом. И тем не менее, не сразу же Лем стал вот таким философом. Мне все-таки хочется показать и путь этого писателя, великого писателя на самом деле, как он ко всему этому пришел. И поэтому я поступил следующим образом. Я сейчас вам просто намечу план, как это будет раскрываться, та тема, которую я себе наметил дальше. Я сделал выписку его произведений, которые он написал в течение своей жизни. Оказалось, что их так много, что мне эту выписку, этот перечень пришлось изрядно сокращать. Я выкинул, ну, наверное, 2/3. И тем не менее, то, что я оставил, все равно там зацикливает за 30 книг, о которых есть смысл поговорить. Я пораскинул и решил, что даже 30 – это все-таки перебор, и отобрал еще меньшее количество. Сейчас не буду называть, какие именно. Название-то я переберу, но разбирать все, вот так обстоятельно обсуждать, сами понимаете, ни к чему. Во-первых, потому что книги для того и написаны, чтобы их читали все-таки, а не только выслушивали чье-то мнение об этих книгах. А во-вторых, я постарался из каждого этапа, из каждого периода жизни, творчества этого писателя выбрать, на мой взгляд, самое важное, самое характерное, чтобы мы в итоге с вами увидели этапы, как Лем приходит к тому, к чему он пришел в конце жизни. Поэтому не удивляйтесь, что речь у нас отнюдь не всегда пойдет только о фантастике и отнюдь не всегда только о науке, а будут разговоры и о других аспектах его творчества. Я еще одну вещь хочу сразу оговорить. Это мое субъективное отношение к литературе, к искусству, к творчеству вообще. Я, честно скажу, не люблю писателей, которые раз в год выдают по роману, повести или что-нибудь в этом духе, и пишут, и потом, когда они в конце концов уходят из жизни, можно издать собрание сочинений на 100 томов, 200 и так далее. Почему не люблю? Отвечу. Дело в том, что книга, творение, как сказал Джем Джойс, это страсть. Если человек не испытывает страсти к тому, что он делает, получается, ну ерунда получается. А страсть у человека, как правило, бывает только одна. Джойс даже сказал так по этому поводу, что у любого писателя в чернильнице только один роман. Ну, Джойс любил подобные образы. А когда этих романов несколько, то и Джойс развел руками, поставив многоточие. Сегодня, к сожалению, литературный процесс выглядит вот именно так, как я этого не люблю, и как это Джойсу не нравилось. Ну, кто-то удивится, собрался рассказывать о Леме, а тут друг Джойс. Ну, что поделаешь. Когда добираешься до великих писателей, вдруг оказывается, что они во многих точках соприкасаются, пересекаются и вообще высказывают мысли близкие, похожие даже одна на другую. Это не плагиат ни в коем случае.
Мы об этом тоже с вами как-то говорили, когда я вам рассказывал о Марселе Прусте. Так вот, Лем для меня исключение, поскольку написал он очень много, но страсть у него все-таки была одна. И эта страсть просто переливалась из текста в текст и эволюционировала. А еще, если я к этому добавлю, что просто сама биография Лема, о которой я уже успел рассказать, очень и очень нетривиальна. Родился в Польше, которая потом стала Украиной, потом стала СССР, потом немцы, оккупация, потом снова СССР, из которого Лем уезжает в Польшу. Родился он, я говорил, во Львове, потом оказывается в Кракове. Говорил я и о том, что несмотря на то, что его так любят в России, вообще любит русскоязычный читатель, в Польше к нему очень долгое время относились скептически и вообще в странах, говорящих на славянском наречии, хотя очень любят кичиться тем, что переводили его и прочее, тем не менее, слава поначалу Лем к Лему приходит из Германии, как это ни странно. И первые переводы появляются там. А потом уже, естественно, переводятся на русский, ну, украинские есть переводы. Я не буду перечислять всех, Лем переводили на 40 с чем-то языков. Но страсть, одна страсть, которая в Леме эволюционировала. А если я добавлю к этому, что Лем... Ну, вундеркинд, с детства был вундеркиндом. Это умение невероятной скоростью осваивать иностранные языки, он читал на огромном количестве языков. И поэтому тот вот железный занавес, который отсекал СССР от западного мира, для Лема отсутствовал. Ну, во-первых, из Польши все-таки было легче дотянуться до того, что происходит на Западе. А во-вторых, он читал все это в оригиналах, ему не надо было ждать переводов. И для советского читателя очень долгое время, если брать ранние его произведения Лема, он был своего рода вот таким, что ли, коридором, трубой, что ли, как хотите назовите, которая каким-то образом связывала отрезанный от Запада Советский Союз вот именно с этим самым Западом, что там происходит. Естественно, Лем не переписывал западных писателей, не делал никаких там подделок, никак под них не подлаживался. Это был человек самостоятельно мыслящий, со своим взглядом на мир. И Запад от него тоже отвернулся в какой-то момент, когда увидел, что он и на Запад смотрит взглядом человека, вот очень и очень критически настроенного. Но факт остается фактом. Больше того, начал Лем писать вовсе не потому, что у него вот возникла какая-то философия, что он задумался о строении Вселенной и о всяких вот таких вещах, которые мы как бы вот, ну, по инерции, что ли, увязываем с именем этого человека. Вообще это неверное представление. Дело в том, что в Советском Союзе, как я сказал, несмотря на то, что Лем переводился, как правило, именно вот этот аспект его творчества. Полеты к звездам, космос. То есть мы его воспринимали как фантаста и только. А Лем был и остался не только фантастом. Я сейчас назову буквально несколько первых книг и остановлюсь на одной. Лем начинает писать, в общем-то, прям скажем, ну, из коммерческих соображений. Когда он оказывается у себя опять в Польше, то жить-то на что-то надо. А поскольку, я уже об этом говорил, повторю эту мысль, она важная, вот тот социалистический реализм, как его преподносили в советской школе, и, поверьте, в польской происходило то же самое, ему был неприемлем. Он, ну, не любил он это направление. Сейчас не буду говорить от чего, почему, это разговор сложный. Ему хотелось раскрепоститься, говорить то, что он чувствует, то, что он думает, то, что действительно глубоко переживает.
А там рамки типических героев, типических обстоятельствах, ну, претило все это Лему. И он вот обращается к фантастике. И появляется его первая книжка, которую он потом ужасно не любил переиздавать, вообще считал ее слабой, плохой. Это 48-й год, 46-й, извиняюсь, «Человек с Марса». Ничего не буду рассказывать об этой книжке, поскольку сам Лем от нее открестился. Давайте не будем ему навязывать то, чего он не хотел, чтобы вспоминалось. А вот после нее появились еще несколько эссе, рассказов, я их пропущу. Появляется другая книга, 48-й год, и называется она «Больница преображения». И вот здесь Лем вдруг проявляет себя как писатель-реалист, если хотите. Хотя я не очень люблю это слово, на то есть свои причины. Реальность – это то, что нас окружает. Еще не всякий умеет ее разглядеть, но это отдельный разговор. А когда начинают говорить, что вот литература реалистическая, то я так понимаю, что это просто путаница терминов. Литература, вообще любое искусство – это всегда взгляд художника на нечто. А взгляд художника на нечто, он всегда отличен от взгляда другого художника и отличен от нашего с вами взгляда. Поэтому говорить, что он отражает реальность, вы смотрите на картины в музее, там, назовите кого хотите, экспрессионистов, импрессионистов, абстракционистов, они тоже отображают реальность, но они ее видят вот так. Понимаете? И поэтому, когда мы видим на картине там кубики или какие-то расплывчатые силуэты или что-то, как это назвать, реализм или нет? Поэтому это очень сложный разговор, и я сейчас его тоже, ну что ли, немного спущу на тормозах, к нему будет повод вернуться более обстоятельно, тогда и поговорим обстоятельно. Лем пишет книгу, ну прямо скажем, совсем не фантастическую. Потому что это больница преображения, это действительно психиатрическая больница, в которой работает некто, врач, Стефан. Можно сказать, что это протагонист автора. В чем-то да, в чем-то нет. А дело происходит во время Второй мировой войны, во время оккупации Польши немцами. И ситуация, прямо скажем, нетривиальная. Поскольку я не думаю, что кто-то из вас сможет мне привести еще какие-то примеры, вот описания психиатрические больницы описывали другие авторы, можно Чехова вспомнить, можно еще кого-то, но момент-то какой, как бы во время Второй мировой войны больше вот происходили военные действия, писатели обращались именно к войне, а вот Лем выбирает такой подход. Эту книгу не хотели в Польше издавать, потом, значит, ее издали на немецком, она потом появилась на польском, а на русском появилась уже аж после перестройки, поскольку в советские времена, как бы, не очень хотелось советским властям вот такие сложные философские размышления, которые нам преподает, преподносит там Лем. А ситуация, которая разворачивается в книге, она действительно невероятно сложна. С одной стороны, война, а тут вот люди лежат на койках, отсиживаются, избегают участия вот в этих страшных событиях. Ну, кто-то избегает этих событий в силу того, что действительно подвинулся рассудком. Там и судьбы, переживания людей, как они попали, как с ними это случилось, как их постигло то, что постигло. А есть и просто беглецы, которые симулируют болезнь психическую. Есть там такой поэт, с которым очень много обстоятельно и весьма на высоком философском уровне беседует этот самый Стефан, как я сказал, протагонист автора. И присутствует и другая сторона, которая тоже невероятно сложна и тоже очень, я бы сказал, нетривиальна. Врачи, оказавшиеся в больнице, это тоже разные люди с разными судьбами и разными установками. Одни воспринимают больных как просто подопытный материал. Ну, мол,
люди, все равно уже со сдвинувшейся психикой, можно там провести такой эксперимент, можно провести такой, и у них даже вроде бы какие-то альтруистические намерения. Вот из того, что я сделаю, из тех экспериментов, что я осуществлю, я могу извлечь некий опыт, который пригодится потом человечеству. Лем ничего не пишет о немецких фашистских психиатрах, типа Менгеле, и еще были страшные люди, которые, к сожалению, даже суда сумели избежать за свои преступления, которые работали психиатрами в концлагерях и использовали вот людей, которых туда привозили, на смерть, сжигать, отравлять газом. Так вот, почему бы не воспользоваться их мозгами, их физиологией, какими-то вещами. Больше того скажу, это страшно даже произносить вслух, но есть вещи, которые вот эти фашистские доктора там раскопали, проанализировали, и которые потом стали тоже достоянием науки, увы, ну что делать, и таким способом достается опыт. Лем, конечно, об этом не пишет, он просто этого еще не знает. В 1948 году просто все эти факты еще не были раскрыты, опубликованы. Имя Менгеле поминалось, но не более того. Но Лему уже здесь важен вот этот вот философско-психологический подход. А можно ли к человеку относиться подобным образом? Даже психически больному, даже с точки зрения общепринятых норм, ненормального. Вообще категория нормальности, ненормальности невероятно сложная категория. И к этому Лем тоже в своей книге обращается. И вот все эти коллизии Лем поднимает в этой вот самой больнице Преображения. По ней даже после был сделан фильм, но не хочу на него ссылаться. Плохой фильм, не стоит того, чтобы его смотреть. По Лему вообще, к сожалению, очень много плохих фильмов снято. Поэтому с экранизациями тут сложный разговор. Об этом я обязательно расскажу в другом ролике. Не все фильмы были плохими, но в данном случае, как я сказал, «Больницу Преображения» можно не смотреть. А вот на чем я хочу закончить разговор об этой книге, понятно, я не раскрыл всей глубины ее содержания, это и невозможно в короткой беседе. Но мне очень важно в этом нашем вот разговоре отметить факт. Принято думать, к сожалению, что научная фантастика – это какая-то второсортная литература. То есть это литература, которую пишут люди, ну там от науки, от биологии, от физики, от математики, от чего хотите. Они вот в своих научных сферах что-то такое открыли, узнали, увидели. И они популяризируют эти свои знания, а чтобы придать им привлекательность, вот придают какие-то сюжетные, там, композиционные моменты, привносят, и получается вроде бы что-то. Если бы Лем начал сразу как фантаст, остался только фантастом и никогда не выбивался бы из этого русла, то я не сомневаюсь, он все равно бы остался в истории литературы, потому что, ну, незаурядный человек. Тем не менее, вот этой вот книгой, о которой я сейчас так, ну, не подробно, но все-таки рассказал вам, это «Больница Преображения», Лем показал себя и с другой стороны. Он мог бы вписаться и, ну, что ли, в более традиционное русло литературы и тоже сумел бы оставить свой след. К этой книге, она не одинока в его творчестве, примыкает другая книга, написанная значительно позже, это «Высокий замок», где Лем напишет о своем детстве и так далее. Не стану сейчас на нее отвлекаться, о ней будет повод и время поговорить отдельно. И вообще мы себе поставили задачу, я во всяком случае так ее сформулировал, поговорить о Леме как о мыслителе, философе, а это, естественно, в первую очередь проявилось поначалу, во всяком случае, в его фантастике, давайте без слова научное, потому что тут
когда начинается философия, то наука это или нет, сложный вопрос. Так вот, все это уже было заложено в Леме. И в этой книге, которую мы только что закончили с вами обсуждать, «Больница преображения», уже все в зародыше присутствует. И осталось совсем немного, чтобы все это выплеснулось вовне. И вот та страсть, которая разбирала Лема с самого начала его творчества, желание говорить о массе вещей сложных, непонятных, непостижимых даже, но о которых говорить все-таки надо, она уже здесь, как бы вот эта страсть, это зерно оформилось, а дальше оно просто расширялось, расширялось и расширялось. Поэтому об остальных книгах мы с вами поговорим в следующих встречах. И в следующей беседе я сразу начну говорить именно о научной фантастике Станислава Лема. А сейчас давайте с вами попрощаемся и до следующей встречи. Всего хорошего!